Благодарю вашему вниманию. Прибор, охрана пожара, сигнал 10. Стараюсь вам о нем рассказать, как пользоваться, как включать, как настраивать, как программировать. Прибор достаточно простой. 10 шлейфов плюс возможность подключения адресных датчиков. Также этот прибор можно использовать как систему доступа. Работает как с пультом, так и с обычным Touch Memory, считывателем электронных ключей. Как видите, вот такой вот прибор. Сейчас подготовлю вам и уже более подробно расскажу, как им пользоваться. Данный прибор работает с сопротивлениями 4,7 кОм. В комплекте лежат 10 штук, согласно количеству шлейфов. Далее имеется 2 питания, запитка прибора, то есть от двух источников питания. Я обычно использую один. Второй я покажу. Убираем галочку в упроге. Это также в дальнейшем я расскажу. Адрес АБ для соединения с другими приборами по адресной линии. Далее подключаем адрес с пультом C2000M. Вот такое вот устройство. Вот АБ. Обязательно, чтобы правильно соединить АБ, иначе не будет работать. Далее питание объединяем с прибором. Сигнал 10, как вы видите. Также обязательно соблюдаем полярность. Приготавливаем выводы для запитки данной системы. Далее можно будет заниматься программированием. После включения прибора на пульте у вас будет высвечено, обнаружен прибор со стандартным адресом 127. Прибор будет подавать звуковые сигналы, здесь ничего страшного нет. Будет вот такой издаваться звук. Далее достаем компьютер и работаем уже далее с компьютером. Сейчас также вам это продемонстрирую. Для программирования мы используем программатор. Болидовский. Вот такой вот. USB RS-485 или стандартным компортом. Это я описывать не буду, там все достаточно просто. Опишу вам, как пользоваться флешкой. Я обычно соединяю вот таким способом. Снимаю плетку с АБ. Как видите. И далее подсоединяю флешку, также соблюдая полярность А и Б, как вы видите. Далее потом изолирую во избежание замыкания и пропадания приборов. Далее, чтобы начать программирование, нам нужно ввести прибор в режим программирования. Для этого нажимаем кнопочку с рисунком домика, выбираем нужное событие, настройки, видите, настройки, нажимаем кнопочку ввод, вводим пароль стандартный.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. У вас высветится время и дата. Далее, для простоты, я обычно нажимаю 6. Вам стрелочками выбирайте. Вот. Можете полистать. Выбираете режим программирования. После нажимаете Enter. Все. Пульт находится в режиме программирования. Далее мы можем структурировать и программировать наши приборы. После. Заходим. Ну, я пользуюсь Google Chrome. Вы уже сами выбираете, чем вы будете пользоваться. Любым браузером. Набираем в адресной строке PP Rock. Enter. А, прошу прощения, не подключил интернет. Соединение. Соединил с интернетом. Вот у вас с первым списком болидовский сайт. Нажимаем программа PPProc Bolid. Вот, как вы видите, есть ярлычок скачать. Нажимаем. Идет загрузка. Далее выбираем, что нам конкретно нужно. Вот. Дистрибутив PPProc 3.0.1. У меня скачан, поэтому, в принципе, мне не нужен. А вы нажимаете сюда, и после чего у вас идет загрузка. Далее тот же самый процесс с упрогом. Прог. Прог. То же самое у вас, видите? Bolid.ru. Сайт Bolid.ru. Нажимаем. Для перехода на страничку. И точно так же, вот, как видите, скачать. И выбираете дистрибутив. Точно так же. Последнюю версию желательно скачивать. Далее. Установка стандартная, как обычно, у программы. Далее расскажу. Далее. Нажимаем поиск приборов. Сейчас оно... Забыл. Обязательно надо сначала считать пульт C2000M, чтобы в дальнейшем можно было на нем работать. Нажимаем вот наверху, как вы видите. Считать конфигурацию из пульта. Начинается ход. Когда полностью ползунок весь пройдет, можно будет структурировать наш прибор.